As it dreams made out things, who am I to disagree? I travel the world and seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Ooh, sweet dreams are made of things. Who am I to desire? Коллеги, у меня пока два объявления по сегодняшнему вечеру в «Оптимисте» в 20:30 для участников, экспертов. Вечеринка, автопати, как угодно можно назвать. Позвали одну из самых лучших групп нашего города, поэтому приглашение волонтеров возьмите на входе. И на завтра на церемонию закрытия тоже по приглашениям вход.
И еще одно объявление. Фильм
Ну что, коллеги, пришло время подвести итоги образовательной деловой программы фестиваля. Вот все утро питчинг проходил, проекты, молодые кинематографисты собирались, презентовали, и результаты сейчас известны. Я вижу, Михаил Александрович знает все секреты. Давайте его встретим. Генеральный директор Свердловской киностудии, пожалуйста, вам слово. И Дмитрий Якунин, исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России. Сейчас, видимо, еще последние штрихи в наградах. Не все до конца решили. Уважаемые, да, дамы и господа, друзья, значит, давайте. Вот у нас закончила работать жюри фестиваля, закончены, подведены итоги питчинга. Я прошу сюда пройти Алексея Петрухина, режиссера, продюсера. Да, он сегодня с вами работал. Я знаю, просто какое-то невероятное количество времени. Мы сдвинули все расписания. Я хочу поприветствовать. Завтра мы обязательно увидим ее на красной дорожке и все с ней сфотографируемся. Анну Пескову, российскую актрису. И не только российскую актрису, и обаятельную, просто очаровательнейшую, да, девушку. Она еще наша землячка, она с Челябинска. Это наш такой вот настоящий, я уже пошутил, сегодня уральский продукт. Прошу, занимайте. Да. Значит, конечно, я приветствую Андрея Сорокина. Значит, он сегодня, работал, собственно говоря, как настоящий человек-пера. Он отвечал у нас какую-то за идейную, наверное, и за качество той драматургии, которую мы воплощали в решениях жюри. И, наверное, и за русский язык еще отвечал. Андрей Сорокин, да, наш коллега, друг и товарищ, советник министра культуры Российской Федерации, пожалуйста, да. С нами Александр Шульгин, который только что, отработав, тоже я боюсь назвать количество часов, которые продолжался, только что закончился IT-круглый стол, цифровые технологии, контент. Александр Шульгин, это, ну, я считаю, что просто мощнейший российский композитор, да, эксперт в самых современных цифровых технологиях и в цифровой экономике. Все. Сам он может вам поздороваться. Но я его вывел на сцену, подождите. Добрый день. К сожалению, я не участвовал в творческих кинопитчах и по традиции не дал свои личные гранты. Но если вдруг кому-то что-то хочет меня лично попитчить, кому-то нужна музыка или какую-то помощь, я буду открыт молодым талантом. Спасибо. Спасибо, Александр. Так, Наталья Борисовна Кириллова. Это киновед, это профессор, это просто человек, который богатейшим обладает капиталом, мне кажется, знаний и о кино, и о медиаиндустрии. Да, пожалуйста. Значит, итак, вот мы в таком. Если кого-то. Я не могли кто-нибудь сразу пройти на наши. Да, у нашей коллеги Сергей Мирошниченко передавал всем просто большущий-большущий привет. Я надеюсь, что мы с ним в ближайшее время и с Владимиром Ивановичем объявим о некоторых небольших инициативах, которые мы в студенческой, в том числе среде наших киновузов произведем, пригласим кого-то сюда, может быть, на Урал. И все наши идеи, которые мы обсуждали на круглом столе, мы как бы так или иначе приведем в практическую плоскость. И, конечно же, большим вам приветом Александр Котелевский, Клим Шипенко. Вы, кто побывали вчера на фильме, я слышал слова, которые говорил наш прекрасный коллега, великолепный актер Борис Галкин. Он просто вчера, знаете, он такой как бы мэтр, да, говорил слова Климу. Клим просто там чувствовал себя на каком-то удивительном вообще состоянии, потому что ему говорил такой мэтр, говорил слова, я стоял рядом и просто сам удивлялся. Я сказал, я единственное мог сказать, что Клим, каждому слову я присоединяюсь вот на 110% без вариантов. То есть все, что вы сегодня смогли получить, отлично. Все, что вы смогли получить в предыдущие дни, сохраните тоже. Да? Мы переходим к очень важному для нас событию. Я считаю, что, на мой взгляд, во всяком случае, ценность этого события не в том, что кто-то что-то получит или кто-то какие-то услышит слова, не знаю, поощрительные, да,
Мне кажется, это тот повод, когда была возможность поучиться не просто в теории, а вот так вот лицом к лицу с теми, кто может действительно дать знания напрямую, те, кто сами являются профессионалами. Я передаю слово Дмитрию Кунину, секретарю Союза кинематографистов, руководителю молодежного центра Союза кинематографистов и исполнительному директору, можно так сказать, потому что все на его плечах. Питчинг дебютантов — это большущий проект, это 15 как минимум городов в этом году. Это мы только лишь начинаем, это, как говорится, плеяду такой большой, как говорится, работы. Это по всей стране пройдет большое количество питчингов. Уже можно выбирать, в каком городе ты хочешь питчить свой проект, потому что, возможно, твой проект имеет отношение к конкретной совершенно географии нашей страны. И скоро в этих точках будут возникать еще и возможности снимать эти проекты благодаря всем нашим общим усилиям. Итак, Дмитрий Кунин. Спасибо большое. Действительно, немножко слов скажу, и потом очень хотелось бы послушать, услышать наших экспертов, которые подведут итоги питчинга, дадут еще дополнительные комментарии, советы. И, может быть, вообще по всей деловой программе, которая, мне кажется, получилась очень замечательной. Да, ребят? Да? Вот, действительно... Давайте действительно поаплодируем Михаилу и его команде, Свердловской киностудии, за это большое событие. Ура! Вот, знаете, наша позиция молодежного центра, мы ее, в общем-то, достаточно открыто заявляем, что фестивали должны проходить все-таки в рабочем варианте. Безусловно, показы кино, обсуждение — это очень важно. Но кинофестиваль — это не только показы кино. Это вот то, что... Здесь та модель, которая трансформировалась, эти два фестиваля «Человек труда», несколько кинохакатонов, на которые я тоже приезжал в качестве гостя, мне кажется, что достигла уже серьезного, достаточно определенного европейского уровня. И очень хотелось бы, чтобы эта модель фестивалей развивалась в регионах, в тех регионах, где мы проводим питчинги, фестивали, события, образовательные программы. И что касается питчинга, действительно, мы экспериментируем. Когда мы первые питчинги в регионах проводили, тоже как-то было тяжело, непонятно, и вообще стоит ли, не стоит. Когда мы первый питчинг в Москве проводили, тоже было очень много сомнений. И как-то эмпирическим путем мы все-таки понимаем, что эти 15 регионов, в которых мы будем проводить, бывало... В прошлом году 20-30 человек в зале, в Министерство культуры региона наши ребята приходят. Что такое питчинг, говорят они. Вот, сейчас уже именно эти мероприятия заменяют те какие-то архаичные традиционные формы поддержки кинематографа, которые существуют в регионах. Мы, безусловно, мы за сохранение традиций, за сохранение того, что есть в кинематографе. Безусловно, у нас нет задачи заместить, вытеснить. Нет, у нас задача есть дополнить молодежным кино, дебютным кино, молодежной энергией и деловыми образовательными программами, мероприятиями. Мне очень приятно, что уровень экспертной комиссии сегодня на питчинге был действительно очень серьезный. Действительно, еще раз спасибо Александру Котелевскому, который очень много хороших слов в адрес участников передал и будет с нами по мере возможности также участвовать и в московских и региональных питчингах. Я хочу передать слово, может быть, да, члены деловой программы, экспертной комиссии, Михаил, да? Дадут, как мы, у нас брифинг, да, по итогам деловой программы. Как лучше, вы модерируете? Ну, на самом деле, у меня есть еще одно хорошее для вас событие. У нас так, знаете, я буду вас подбрасывать выше. Я хочу, чтобы вы порадовались вместе с нами, потому что к нам присоединился и находится в этом зале, на мой взгляд, один из величайших российских кинематографистов. И это не просто кинематографист, это изобретатель, это инженер, это просто фанат своего дела, это величайший мастер операторского мастерства Сергей Астахов. Сергей Валентинович Астахов, мы вас приветствуем. Оператор-постановщик фильма «Салют-7». Да. Кто его еще не потрогал, можете подойти потрогать, он настоящий. Итак, вы знаете, на самом деле мы понимаем, что такое у нас сейчас живой формат, мы должны его как-то сейчас сконструировать вместе. Наверное, мы просто начнем
Может быть, такой, знаете, не обязательно даже, мне кажется, выходить, да, Алексей, наверное. Я думаю, что такой обмен мнениями очень важный, да. Очень коротко, ребята, я думаю, что все, кто эксперты здесь сейчас присутствуют, они смогут какие-то важные слова сказать в целом по питчингу. Потом, я думаю, что было бы здорово, чтобы какие-то первые слова, может быть, сказали наши эксперты, естественно, члены жюри в целом о фестивале, да, как бы завтра у нас будет повод, может быть, сказать более подробно и уже вручать конкретные призы, просто завтра может не быть, ну, слишком такая официальная обстановка, она, может быть, не позволит сказать какие-то слова такие более неформальные. Поэтому если у нас получится сейчас сделать короткий такой обратную связь по питчингу, да, и потом немножко перейти, сказать основные какие-то вещи про фестиваль, Вадим Иванович, как считаете? То есть я в данном случае просто советуюсь. Все, принято. Тогда мы сейчас мы подводим итог питчинга, все, проехали. Подводим итог питчинга, и у нас есть возможность вручить все требуемые награды. Я отдаю тогда, соответственно. А может быть, все члены экспертной комиссии сначала выскажут свои пожелания, предложения, а мы потом с Алексеем подведем итоги, да? Так, да, наверное? Да. Евгений Субачев. Это первый питчинг, которым мы открываем, так сказать, сезон, новый питчинг, сезон 2018 года. Почему? В этом году первый. Да, в этом году молодежного центра первый питчинг. Я рад, что мы стартуем с такого места, Свердловской киностудии, где само место, дух вот вдохновляет, воодушевляет на новые проекты. Вот, мы нашли, выбрали хорошие проекты. Я рад, что они случились, поэтому я рад за всех вас. Давайте продолжайте в том же духе. Спасибо. Валерий Рузин. Спасибо. Ну, для меня было очень интересно присутствовать здесь и поучительно, потому что, во-первых, я открою этот секрет, да, мы с молодежным центром будем проводить питчинг в рамках 14-го Севастопольского международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе», это в мае 15-го. Мая открываем прямо фестиваль питчингом, и мне было очень интересно и поучительно в этом плане. Я поздравляю всех, вот особенно было мне интересно, конечно, документалистов, короткий метр. Мне кажется, что, в общем, это предложение, эти работы, эти замыслы, очень хочется, чтобы они воплотились. Спасибо. Спасибо. Филипп Абрютин. Да, здравствуйте, друзья. Я поздравляю вас с тем, что заканчивается фестиваль «Человек труда». Благодарю студию Свердловскую. Михаил Александрович Чурбанов, вам отдельное спасибо за приглашение и за то, что дали такую хорошую площадку для всероссийского питчинга дебютантов, для старта самого большого, да, питчинга у нас в стране. Единственная поправка, что неверно было сказано, что на плечах Дмитрия Якунина лежит вся работа по питчингу. На самом деле надо поблагодарить наших девушек Юлю Волкову и Марину Черепанову, которые организовали эту всю работу. Спасибо, и всех ваших и спасибо коллективу, да, Свердловской киностудии. Свердловской киностудии коллективу и всем волонтерам, которые Елене работают Флягиной, и помогают. Елене Флягиной, отборщику. Спасибо. Да, и отборщикам, да. Что хочется сказать по поводу питчинга. На самом деле противоречивые очень впечатления, потому что были разные проекты. Где-то проект на уровне идеи, а где-то 180 страниц мелким шрифтом написано. И непонятно, как их, в общем, сравнивать, какой проект поддерживать, разработку или съемку, неизвестно. Но что я хотел вам посоветовать, если вы дальше будете двигаться, не только участвовать в других питчингах, но и будете развивать свои проекты, надо четче понимать, чего вы хотите. Потому что многие сегодня выступления говорили о том, что вы вчера, когда делали презентацию, или неделю назад, задумались о том, как реализовывать проект, какой герой, делать эти рисунки, не делать, каким образом делать реконструкции, если речь идет о документальном проекте. Кто герой? Вы сегодня несколько раз не могли ответить на простой вопрос, а кто герой в вашей картине? Было такое. Но при этом некоторые проекты радовали своей разработкой,
искренностью, добрым посылом или желанием вскрыть какие-то социальные язвы, но это было видно, что хотят делать молодые кинематографисты, которые хотят создавать кино завтрашнего дня. Поэтому я желаю вам успехов в съемках, в создании фильмов завтрашнего дня. Мы, как молодежный центр, будем всячески поддерживать. И еще одна интрига, которая должна быть озвучена. Дело в том, что на этих питчингах и даже вот на церемониях награждения победителей питчингов еще не заканчивается история с участниками питчингов. Очень часто на наших обсуждениях продюсеров, режиссеров, редакторов происходит такой тайный какой-то процесс, когда между собой продюсеры обсуждают какой-то проект и говорят, да не-не-не, какой-то он, наверное, не очень, слабенький проект. Потом раз его после питчинга, раз и забрали. Такое часто бывает, поэтому если кто-то сегодня не победил, не переживайте, еще есть шанс, что вас там где-нибудь в коридоре, на выходе, или вам потом просто позвонят и скажут все-таки, что проект заинтересовал, и я знаю, что... Некоторые проекты, по-моему, такую судьбу и с ними такое и случится, в том числе и в отношениях с молодежным центром, который хочет взять один проект в продюсерскую разработку, но мы потом будем это заявлять или во время, когда уже будет. Спасибо вам. Когда договор подпишем. Да, успехов, удачи. Спасибо. Руслан Татаринцев. Да, хотел тоже поблагодарить за очень крутую, по-моему, организацию всего и Дмитрия, и Михаила, конечно, прежде всего. Мы здесь, безусловно, на самом деле, как бы не просто тогда приехали, а достаточно с корыстными намерениями, ну, в хорошем смысле с корыстными. А вы знаете, что кино — это, ну, это такая достаточно распространенная убеждение, что кино — это искусство молодых. И поэтому все время мы ищем молодую кровь, да, молодых сценаристов, новых авторов, молодых режиссеров. И поэтому здесь и наша студия ВБД, да, Yellow Black and White, и студия РФГ Алексея Петрухина, и СТВ Сельянова. Три студии с аббревиатурами. Это подозрительно. Не хватает ФБР, ФСБ еще и ФСО. Обещали, что будет ФСО. Да? Приехал? Миша, а подъехал Владимир Владимирович? Нет? Просто хотел перетереть, там он обещал на премьеру «Богатыря» прийти первого, последнего, и не пришел. На вторую будем ждать. Грамматикову обещал в Крыму. Не сдержал обещание. И мне кажется, что мы нашли то, зачем мы сюда ехали. И в этих питчингах есть, безусловно, может быть, не всегда какие-то крутые хай-концепты, да, и готовые идеи к съемкам, к реализации и даже к написанию сценария, но точно есть люди, и это самое важное. Раз есть люди, значит, будут эти сценарии, эти проекты, эти фильмы. Спасибо. Спасибо. Я хочу добавить, что на самом деле, Владимир Владимирович, Руслан, не переживаем, все хорошие проекты смотрят, и ваш проект видел. Спасибо. Алексей Алексеевич. Беслан Терекбаев. Здравствуйте. Хотел бы поблагодарить Уральскую землю, народ за гостеприимство. Честно сказать, это для меня огромный опыт. Надеемся, мы переменим этот опыт проведения такого европейского уровня фестиваля. На самом деле это так. И питчингов. И сколько здесь было интересных мастер-классов, форумов, да, все впитывали. Это прекрасная возможность для жителей Екатеринбурга, я считаю, наверное, уникальная возможность здесь на базе Свердловской киностудии приобщиться к таким мэтрам кино, с которыми просто люди мечтают сфотографироваться, а здесь на уровне диалога они готовы и поддерживают. Хочу вас поблагодарить всех, Михаил, за замечательную организацию, всей команде, всем, кто участвовал в этом замечательном, интересном действии. И желаю, чтобы ежегодно это продолжалось. Желаю всем удачи. Никто не расстраивайтесь, это начало большого вашего пути в мир под волшебным названием кинематограф. Удачи. Спасибо. Буквально пошучу, когда Женя Субач высказал, говорит, здесь витает дух, хотел сказать, Якова Михайловича Свердлова. Алексей Петрухин.
спасибо большое действительно за организацию. Наверное, спасибо нашему президенту, который должен завтра приехать. И вот поэтому такая сцена, экраны, и вообще все круто. И мы этим, правда, и правда, мы этим спасибо, пользуемся. Реально. А если бы его не было, сидели бы опять вот здесь в уголочках. Но тоже было круто. Я шучу. Это рост, это очень... И дата такая знаменательная, все-таки 75 лет исполнился. Это нужно было сделать. И это состоялось, случилось. Что касается питчинга, то... Это по сути рабочая встреча, это такой общий мозговой штурм ваших идей, проектов, которые все рассуждения даже не только над вашим проектом членов жюри, экспертов, а именно вообще вот даже сторонние со стороны наблюдения, мне кажется, это всегда очень полезно. И сам сидишь, каждый раз смотришь, читаешь, разбирая ошибки, слушая людей, которые представляют, и сам обогащаешься какими-то вещами, тоже понимаешь и какие-то себе галочки ставишь, заметки. Что касается победителей, то... На редкость мы сами все члены экспертного совета расставили баллы и, собственно говоря, единогласно по всем позициям прошлись, ну, за исключением каких-то личных симпатий Кэнона и так далее. Вот. Еще хочется сказать, это единственный спор, который возник просто. Вот. 5 минут – это много. Хотя я всегда говорю, если бы не эти рамки, которые Якунин устанавливает, более плодотворно бы все получалось, мне кажется, и опыт было. С другой стороны, во всем мире 3 минуты – это максимум, который дается для того, чтобы… Ну, если ты знаешь, что делаешь, это вот всегда достаточно. Но учитывая, что здесь дебюты, что это разминка, поэтому так было введено. Но опять же, эту фразу повторяю, что если ты не можешь объяснить это 6-летнему ребенку, значит, ты не знаешь, что ты делаешь. Вот. Спасибо большое за очень интересное общение. Полдня мы провели, почти 4 часа с лишним проговорили. 20 проектов, казалось невозможно, разножанровые. Вот. Но все полезно. Все полезно было. А я уже хотел перейти на просмотры на жюри. Большой фестиваль. Вот. Ну и, наверное... А где ведомость? Где... У нас есть дипломы участникам всем. Давайте сначала, может быть, участников всех вызовем и потом вручим. У нас 5 дипломов, 5 спецдипломов. Либо мы вручим сначала 5 дипломов, ну, как обычно. Как обычно. Нет, давайте мы вручим быстро всех участников. Да. Что думать? Давайте. Так, друзья, мы приглашаем на сцену всех участников нашего питчинга. И мы будем вам вручать дипломы участников. Кроме того, мы приглашаем жюри и... Мы сейчас все вместе с вами вручим эти дипломы, пожмем друг другу руки, ребят поздравим с завершением испытания, зачастую первого испытания в их жизни. Итак, назову, мне девушки будут помогать, да, вручать эти дипломы, девчат. Евгений Кушаров, Пермь, проект «Внутри». Юрий Яшников и Анастасия Зверькова, проект «Русский Морган». Шамиль Агаев, «Записки на льду», Тюмень. Николай Рыбников, Москва, Антон Палыч. Ольга Короткая, Анастасия Алексеева, Москва. Помогите волонтеру. Денис Фурсов, Барнаул, проект «Кожемяка». Фатима Ибрагимбекова и Соня Карпунина, София, мы отправим им тут, в Москву. Камейка, Александр Дворко, Владимир Дворко. Поезд на север, Елена Анисимова, Тюмень. Поморский ковчег, Алексей Бабенко, Петрозаводск. Далее. Антон Митько, Новосибирск, «Русское поле экспериментов». Юлия Ковалевская, Иркутск, Екатеринбург, «Вернись, робот». Сабрина Карабаева, Екатеринбург, «Я не умею шутить». И ваша коллега, девушка, подруга. Светлана Крестелева, «Старый осколок», «Гончарных дел мастерица». Контракт, Константин Пухов, Челябинск. Гримаса, Елена Ларионова, Екатеринбург.
Ширвани Мурдалов и Магомед Али Найманов. Деревья с именами Черкесск. Пескарики. Ольга Долголева и Лена Морозова. Екатеринбург, Москва. Вася Speak English. Мария Рашева. Москва. Сэм и Точка. Станислав Буркин и Игорь Новиков. Томск. Вот они, крайние. Итак, сейчас мы узнаем, кто стал из этих замечательных ребят лауреатом питчинга. А? Итак, всех приглашаем занять свои места. Уважаемые жюри, мы сфотографируемся. Все, не переживайте. Я понял. Итак, волонтеры, три шага назад. Главные, да, бручанты, пожалуйста, три шага вперед в центр площадки. Значит, я раскрою интригу, что тут происходит. Надо же мизансцену описать. Значит, да, Филипп ко мне подошел, уточнил все вопросы. Я, конечно, хотел еще раз ему сказать спасибо. И не столько ему, сколько на самом деле всей команде, которая стоит за молодежным центром. И самое важное, что за молодежным центром и за ребятами, за Филиппом, за Дмитрием стоит большой союз кинематографистов, который... Ну, не надо тут этого как бы заискивать или что-то говорить по-другому. Это действительно решение, это такая внутренняя стратегия сделать ставку на молодых. Сделать ставку на молодых кинематографистов в регионах, в первую очередь. Во всех регионах страны, включая Московскую область, Санкт-Петербург, Москва. Понятно, что все является нашей частью, нашей страны. Каждый субъект федерации. Но это ставка на молодых. Не потому что молодые знают лучше, а потому что нужно сегодня проходить, как бы, может быть, какими-то уже проверенными дорогами, но с новым взглядом, с новым ощущением этой жизни. И, на мой взгляд, это действительно то, что мы видели на съезде, это было принято решение такое о вводе ребят с секретаря, да, Союза. Это такая некая стратегия. Стратегия, которая, я думаю, закончится конкретными результатами, в первую очередь, для российского кино. Итак, я раскрываю секрет. Да, было у нас, ведь вы вспомните, у нас номинации были, две номинации были, имеющие непосредственное отношение к слову «человек труда». И поэтому сначала мы вручаем дипломы в целом проектам, победившим в питчинге, и у нас есть для двух дипломов, которые ваши уважаемые эксперты, да, жюри питчинга, отнесли к теме «человек труда», и мы еще, соответственно, вручим две рукавицы. Первых две золотых рукавицы фестиваля. Да, странно, у нас сумбур небольшой произошел. Это первый питчинг. У меня нет такого ощущения, у меня пятый в этом году. В категории «Короткий метр», сделано в Екатеринбурге. Победитель у нас единогласно. Ну, эти два брата-близнеца у нас. Александр и Владимир Дворко. «Скамейка». Ребят, поздравляю. Шнурки надо только синие поставить, и будет вообще хорошо. У вас микрофон сейчас Михаил возьмет, от Свердловской киностудии денежный приз. Также... Но на самом деле цель этого приза, вы помните, какая была, да? То есть мы этот проект снимаем в Екатеринбурге. Так или иначе, он должен быть... Спасибо. Спасибо, ребят. Можно занять. Скажите «да», скажите два слова. Ну, как, представьтесь, как вас зовут, чтобы все начали отличать. Владимир. Александр. Я не ожидал, на самом деле, приза. Для меня в первую очередь нужно было просто прийти и заявить о себе. Моя была самая главная цель. Ну, а то, что я получил приз, диплом, это просто здорово. Я очень рад. И я бы хотел поблагодарить
во-первых, киностудию и Союз за ту возможность, которую они нам дали, чтобы мы просто сюда пришли, познакомились, пообщались. Спасибо. Не, парни, вы не поняли. Вы сейчас подписались. Хорошо, ладно. Проект делать публично. Удачи, ребят. Удачи. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Да, в категории «Короткий метр» пилот. Победитель у нас, да, наш классик Антон Палыч. Автор Николай Рыбников. Это не Паль и не Панин, да, это Рыбников Николай, денежный приз от Свердловской киностудии. Михаил сам, наверное, скажет и вручит. Ну, значит, да, безусловно, я думаю, что мы, если мы не поможем этому проекту произойти прямо здесь, в Екатеринбурге, но мы вообще рассчитываем на это, опять же, да, потому что нам кажется, что история про Антон Палыча, ну, я так, спойлер небольшой, да, это я не буду рассказывать все интриги, но нам кажется, что это такое, знаете, с большим уважением и с большим таким тонким юмором, умом обращение к тому, что пришло время изучать нашу литературу. Но в глубине души каждого из нас она живет. И это про это кино будет, я думаю. Спасибо большое. Спасибо. Я не соврал нисколько, по-моему, да? Мне очень хочется сказать большое спасибо работе жюри, я сегодня правда восхищен. 4 с лишним часа с большим вниманием нас выслушали, нам сказали очень много важных вещей. Огромное спасибо. Еще раз. Всего доброго. Спасибо, удачи. В категории «Человек труда», документальное кино. У нас 2 победителя. И, а кого первого объявить, второго, то есть не сочтите это за лучше-хуже, это именно 2 победителя. «Приморский ковчег» Алексея Бабенко. И «Русский Морган» Юрий Яшников. И Анастасия Зверькова. Ребят, пожалуйста, на сцену. Спасибо огромное. Ну и у нас есть такой, знаете, мы сегодня, когда мы сегодня, Настя, обсуждали, поздравляю, даже основные призы, хотелось добавить просто, что на самом деле мы поняли, что надо какие-то расставлять хорошие акценты, не бояться каких-то нестандартных решений. Вот одно из первых нестандартных решений, мы хотим золотую рукавицу малую передать за проект о человеке, который, может быть, пока в силу наших традиций не воспринимается особо человеком труда. Но сколько я лично знаю предпринимателей, их рабочий день обычно состоит из 2 рабочих дней. А как правило, они работают не 8 часов, а 16. И поэтому нам идея снять проект «Русский Морган» про человека, который был одним из лучших, был лучшим предпринимателем в России, и родом он из Иркутска, соответственно, в царской России, да. Мы хотим вручить вам еще золотую рукавицу. Ребят, поздравляю. Ну первая золотая рукавица на фестивале. Ну и компания Canon как раз здесь. Тот самый спор отличилась. И молодежный центр здесь. Все подтянулись. Это та ситуация. Они поняли, что нельзя тянуть до коридоров. Можно не... Да, был у нас небольшой спор. Кого же все-таки поддержать? И решил я, что мы поддержим оба проекта, чтобы этот спор разрешить. Значит, потому что у нас в Иркутске есть первое кино «Байкал», которое вас будет поддерживать. Ну и мы поддержим проект ваш с удовольствием. Да. Спасибо. Возьмите с собой на лодку Женю, и все вообще будет еще лучше. Серьезно, он любит очень лодку, любит ходить, поэтому по воде я имею в виду. Вместе пойдем. Ребят, спасибо большое. Вам слово, Юр, скажите. Еще одну секундочку. Очень важно про деньги слова.
Да, про рукавицы. От Свердловской киностудии Морган, поскольку притягивает к себе деньги, он еще получает денежный грант на доработку проекта. Вау. Это особо приятно рассказывать про чужие деньги, про чужие призы. Сейчас. Но от фестиваля «Человек труда». А проект про «Ковчег» получает продюсерскую разработку от нашего продюсерского центра молодежной инициативы. Надеемся, что проект реализуется вместе с Кэноном. Спасибо. Ну и еще одну я сообщу новость. Это тоже важно вспомнить, да? Мы уже тоже зафиксировали, у нас снято это все на видео. И нам обещано, что в Башкирии будет бесплатно работать какое-то время наш петрозаводский филиал. Друзья, спасибо огромное. Я благодарю эту гостеприимную землю, я благодарю всех людей, которые сделали это возможным. Я благодарю жюри и, конечно, я благодарю свою родную землю, Карелию, место, которое дает мне силы действовать. И я надеюсь, что вот этот фильм, который мы сделаем при поддержке наших коллег, позволит вам всем полюбить эту землю так же, как любим ее мы, те люди, которые живем на ней. Спасибо огромное. Только сказано уже добрых слов, но, знаете, наверное, забавно, что русский Морган был и в Екатеринбурге. Тоже здесь стоят второвские пассажи, и, наверное, земля действительно помогает. Ну и это, понятно, такой-то мистический пласт, но все-таки видеть столько горячих людей и такую чувствовать поддержку для молодых кинематографистов — это очень важно. Так что спасибо вам огромное. Слушай, ну продакшн вас слушает, все понятно, значит, они тоже подписались, что вы снимаете еще и в Екатеринбурге. Вы знаете, коллеги, очень хочется благодарить организаторов, но очень не хочется быть тут тысячным, кто это делает сегодня. Михаил, нет, поэтому не благодари, простите, пожалуйста. Вы очень классные, но чтобы хоть о чем-то другом хорошем сказать, я хочу поблагодарить вас за то, что вы делаете с нами внутри. Вот на примере нашего проекта, наша команда, Настя, Андрей Дахневич, которые в зале, не дадут соврать. 3 дня назад мы сели в самолет с совершенно другим проектом. В самолете началась невероятная работа, потому что благодаря приглашению Свердловской киностудии у нас появилось время отложить все остальные дела, и все мозговые ресурсы в течение 3 суток были брошены на этот проект. И то, что вы увидели сегодня – это результат возможности, которую вы нам предоставили. Спасибо огромное. Фестиваль «Человек труда», да, молодежь, да. Питчинг дебютантов, молодежный центр и все наши партнеры. РФГ, спасибо КНН. Экспертам, да, также. Юр, это вам нужна фотография, чтобы потом... Да. С Кэноном было все нормально. Это контракт. Это новый тип контрактов. Умный контракт онлайн. Это все еще ушло, сразу имейте в виду, в трансляцию, Женя. Так что это теперь уже никуда не денется. Друзья, и в категории документальное кино, отдельно просто от нашей студии, небольшой денежный грант в размере 50 тысяч рублей для того, чтобы двигаться дальше. Девчонкам нашим, создателям, я не умею шутить. Девушки, да, если вы здесь, то да. Мы с вами найдемся. Одна, да? Сейчас. Поэтому будем двигаться дальше. Мы просто отдельно пообщались в коридоре. Я специально прям подошел, потому что есть в этом потенциал и нашли общий язык. Так что от нашей компании мы вас поддержим на начальном пути. Спасибо большое. Мы очень благодарны. На самом деле я подрастроилась только что и думала, что сейчас будет фотография общая, и я уйду. Вот. А еще я почему-то не знала, что... Ну, я думала, что награждение будет завтра. И я уже приехала домой, уже легла в кровать, уже прям переоделась в пижаму. И вот. А потом подумала, что нужно завтра прийти в платье, потому что мне написали «Придите в платье». Вот. Я начала гуглить во сколько, увидела, что сегодня... Вот, и спасибо большое. Отличная история. Девчонки молодцы, они дома, в квартире, комнату оборудовали уже сколько времени, в ней делают анимацию и ходят, снимают, поэтому это дорогого стоит. Будем дружить, работать, идти вместе. Мы с вами уже сегодня общались, скрывать ни от кого не будем, поэтому давайте, удачи. Вот эти истории про коридоры, понятно?
Друзья, они... ну и финал у нас, слово «главное» не поворачивается, но получается, когда полный метр игровое кино, оно всегда как-то преобладало над другими категориями, хотя не всегда это справедливо. Значит, категория «Человек труда», игровое кино. Это «Поезд на север», Елена Анисимова. С учетом тех чуть-чуть микродоработок, которые есть, Лен, пожалуйста, вам вручается. А также и... «Золотая рукавица». Да. За лучший сценарий. Елена Анисимова, «Тюмень». И небольшой денежный грант на доработку проекта от фестиваля «Человек труда». Боже мой, это очень волнительно. Спасибо, спасибо огромное, спасибо за возможность участия, спасибо за эту награду. Я очень-очень рада участвовать и очень благодарна вам за организацию, за эту возможность, за все ваши слова и пожелания, которые вы были озвучены. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо всем большое. Вы понимаете, что все дипломы, все эти награды, все это, конечно, появляется в фильмографии первой, лауреат питчинга, диплом на питчинге, место, отметка, жюри, призы. Главное – это старт. И главное, что мы пообщались, обсудили все это. Поэтому всем творческих побед. Спасибо большое. И по традиции у нас... Ребята, все, кто на питчинге, давайте вместе сделаем большое фото. Ну, я предлагаю фото. Нашим экспертам большого жюри, нашим поддерживающим участникам завтрашней церемонии. Анна, я, конечно, на вас смотрю в первую очередь, конечно, да. Сергей, можно? Я думаю, что ребятам будет просто даже фотография с вами таким хорошим подспорьем в дальнейшем. Также хочу пригласить наших продюсеров. Марину Черепанову. Марина, еще раз спасибо тебе за организацию. Всех ролики, презентации, дипломы, все шло через твои плечи и многое другое. Марина, Юля Волкова, это от молодежного центра. Лена Флягина, да, вы здесь, ура, спасибо. У нас все так построено, что в самой тени находится куча совершенно большое количество. Ну вот и волонтеры потянулись, наши молодцы, да. Мы с ними тут работаем третий день такие, они молодцы самые. И наши ребята на втором этаже, там далекие, в темноте, в звездном. Мы с вами. Спасибо вам большое. Мы первый этап прошли. Да, всем громадное спасибо. Ой, слушайте. Ура! И на этой высокой ноте хочется шампанского предложить. Может быть, да, небольшого глоток вина, что-нибудь легкое, какой-нибудь вкусной еды легкой. Потому что еще надо дожить. Еще надо дожить. До завтрашнего. Нет. До приема председателя жюри, который состоится буквально через 20-30 минут в 50 метрах отсюда. Вместе с очень интересным, бодрым названием «Оптимист». Да, председатель жюри кивает головой. Будет. Будет. Бокал вина, пожалуйста, дайте нашему уважаемому. Ну, не знаю, на самом деле, можно ли. Ну, окей. Я хочу, конечно, большую благодарность выразить всей команде со стороны полномочного представителя президента, потому что, ну, я, поверьте мне, что я с удивлением вижу, как большая как группа, команда чиновников работает как команда стартаперов, потому что представьте, что такое организовать, всех вас собрать здесь, на все на